Здравствуйте, это программа «Нижегородская среда», и сегодня мы поговорим о благотворительном проекте «800 добрых дел». Постараемся подвести итоги с руководителем проекта и директором конкурса «Мисс Нижний Новгород» Екатериной Чудаковой. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна, здравствуйте. Екатерин, первый мой вопрос, конечно же, поподробнее хочется узнать о проекте «800 добрых дел». Мало ли кто-то не слышал, мало ли кто-то не знает, да? Вот какая основная цель этого проекта? Основная цель проекта, мы ее для себя в самом начале определили и придерживаемся этой цели до сих пор, потому что она очень правильная. Это развитие благотворительности, именно системной благотворительности и добровольчества на территории Нижегородской области и города Нижний Новгород. Что такое системная благотворительность? Системная благотворительность – это система, выстроенная из многих факторов, которые влияют на конечную цель. Изначально конечная цель любой благотворительности – это помочь людям. И мы сделали очень много вот за эти годы. То есть у нас проект начал действовать именно с тех пор, как был создан Центр 800, куда меня пригласила работать как раз Софья Юдина. И мы сразу для себя решили, что мы должны сделать что-то такое, ну, вот дать людям удочку, с помощью которой они будут ловить рыбу. И мне кажется, у нас получилось. Мы, конечно, только в начале пути, но мы сделали портал. Ну, то есть на портале Нижний 800 у нас есть раздел «800 добрых дел», где мы собрали 18 благотворительных фондов Нижегородской области, которые мы проверили. Это очень важно. Да, это очень важно, потому что безопасность – это одно из таких самых явных упущений при работе очень многих благотворительных фондов и вообще при работе всей этой системы. Согласна. И я хотела бы добавить то, что, мне кажется, большинство людей не особо верит, потому что в социальных сетях очень много таких вот постов, которые на самом деле, ну, просто мошенники какие-то выкладывают. Это абсолютно верно. Я вхожу в общественный совет управления внутренних дел, и такие дела постоянно там рассматриваются. Я могу сказать, что лихие 90-е, да и 2000-е дали нам очень большой урон в репутационном плане абсолютно всех благотворительных проектов, потому что действительно было очень много мошенников, авантюристов, их сейчас не меньше. Но наш проект как раз за консолидацию благотворительных фондов, НКО, для того, чтобы они друг с другом знакомились, помогали лучшими практиками. Мы создали платформу, на которой как раз мы определили для каждого фонда свое место, рассказали нижегородцам про каждый фонд. Меня вот ночью разбуди, я расскажу, где фонд находится, чем он занимается. И я очень хочу, чтобы развитие проекта как раз продолжалось в рамках того, что фондов бы становилось больше, и все они были проверены. То есть люди, которые так или иначе захотят поучаствовать в жизни фонда, помочь благополучателям, которые есть у каждого фонда, чтобы они знали, что деньги и помощь дойдет конкретно до каждого человека, ребенка, животного. И у нас вот за те годы, которые мы проработали уже над проектом, уже где-то около полтора года, он в такой активной фазе, до этого шла подготовительная работа, мы поняли, что людям это очень необходимо. То есть я всегда говорю о том, что Глеб Сергеевич Никитин, он большой молодец, что вот именно мы создали организацию, в которой Центр 800, я имею в виду, есть и все, что касается событийки, есть все, что касается какой-то грантовой истории, это команда 800, есть волонтеры 800, и есть проект 800 добрых дел. И я очень благодарна, что меня взяли на этот проект, я пришла сама, я напросилась туда работать, потому что с недавних пор я веду проект «Бюстмост против рака груди», и я поняла, что мои знания, накопленные за многолетнюю работу и в продажах, и в коммуникациях, и в маркетинге, они все помогают работать в этом секторе. Вот этих знаний как раз не хватает. И поэтому одним из первых наших направлений деятельности 800 добрых дел это стала школа онлайн-благотворительности. Вот как раз хотела у нее спросить, благотворительности подошли очень-очень основательно. Помимо того, чтобы вы просто хотите помогать людям, вы еще хотите, я так понимаю, научить людей. Обязательно. Как правильно
помогать, да? Вот расскажите поподробнее про школу. Какое там обучение, для кого оно подходит? Вы знаете, когда я первый раз прикоснулась, я не так давно сама в этой теме, я развивалась вместе с проектом. И вот я хотела показать книгу, всем советую ее прочитать. Эта книга замечательно рассказывает о том, что нового есть сейчас в благотворительном секторе. И когда я прочитала эту книгу, пообщалась с Митей Лекшковским, это фонд «Нужна помощь», я поняла, что у нас вообще этого нет. И мне захотелось просто, чтобы на базе нашего прекрасного проекта появился такой учебный центр. Учебный центр, да, в котором мы будем связывать людей, давать им возможность делиться опытом и делать все для того, чтобы они получали эти новые знания. Потому что, по большому счету, я понимаю, что есть интернет, я понимаю, что есть огромное количество разных книг, но есть лучшие практики, и мы в нашей школе, онлайн-школе благотворительности, как раз рассказываем о лучших практиках в сфере SMM, в сфере финансового учета, в сфере продвижения креативных акций. Потому что слово «креатив», оно здесь очень важно. То есть, по сути, это школа, это обучение для каких-то фондов, для людей, да? которые уже кому-то помогают, да? Это все просто. Те фонды, которые зарегистрированы у нас на платформе, они имеют возможность учиться в нашей онлайн-школе благотворительности. Угу. Как интересно, я просто думала, вдруг там это какая-то школа волонтеров, условно. Не-не-не, это как раз мы создали инфраструктуру для того, чтобы те люди, которые попадают на проект 800 добрых дел, это как, я не знаю, как фабрика звезд, потому что мы действительно хотим, чтобы все наши фонды, они понимали, что сейчас совершенно не то время, когда можно сидеть и ждать, когда тебе дадут грант. Или это, ну, хотя это тоже очень помогает сейчас благотворительному сектору, но есть огромное количество способов, как фонду зарабатывать деньги. Вот именно зарабатывать. Потому что, исходя из того, что я прочитала и знаю, и с теми людьми, с которыми я пообщалась из других городов, благотворительность живет по законам бизнеса в том числе. То есть это и продажи мерча, и продажи услуг именно консультационного характера, и разного рода мероприятия. И Центр 800 со своей вот этой огромной событийной программой 800-летия нам, конечно, безумно помог, потому что интерес к 800-летию был глобальный. И мы очень грамотно вписались во многие мероприятия именно с тем посылом, что Нижний Новгород – это один из пионеров движения вот такой системы благотворительности в России. И это очень круто. Согласна. Да. Хочется поговорить о, знаете, о проектах, акциях, которые вам удалось реализовать. То есть у вас 800 добрых дел. Год подходит к концу. Какие 800 дел или плюс-минус, там меньше вы совершили уже? Мы посчитали, у нас на платформе более 2500 транзакций. Это уже даже больше, чем 800 дел. Это говорит о том, что и именно транзакции от разных людей. То есть наша платформа, она как раз призвана, чтобы наши фонды инициировали разные акции, и нижегородцы собирались и помогали этим акциям, и помогали благополучателям этих фондов. То есть мы говорим о том, что мы нашим проектом очень серьезно развиваем волонтерский фандрайзинг. И волонтерский фандрайзинг – это как раз равно 800 добрых дел. Это когда абсолютно любой человек, вне зависимости от возраста, от социального положения, от того, что ты ребенок или ты сам инвалид, может прийти на наш сайт и завести свою акцию, и сказать: «Да, меня зовут Екатерина Чудакова, я хочу сделать так, чтобы собрать 1 000 000 рублей для фонда сострадания». И пусть они на эти деньги купят там 25 новых клеток для животных, чтобы те животные, которые попали вот в беду и стали бездомными, у них появился дом. И каждый человек может подойти к созданию этой акции очень креативно. Это могут быть и концерты, это могут быть творческие вечера, это может быть какая-то акция в соцсети, прямой эфир в Инстаграме или какой-то необыкновенно красивый текст в Фейсбуке. То есть для каждого из людей, которые так или иначе добрые сердцем, они могут сделать так, чтобы помочь другим людям. Это круто. По сути, человек любой может зайти на сайт и создать там вот такой вот сбор.
сбор, да? И пригласить людей куда-либо, да, вот как вы говорите, в прямой эфир ВКонтакте, либо там еще куда-то, да? Да. Слушайте, классно. Да. И сколько вот у вас таких акций прошло? Их прошло более 50. И очень многие люди откликнулись, и мы сами проводили такие акции. И я могу сказать, что мы только в начале пути. Здесь есть такая проблема еще, что люди стесняются, они не публичные, у них есть некоторые там зажатости. Но я могу сказать одно, я обращаюсь к нижегородцам, что когда, допустим, ты приходишь на работу устраиваться, работодатель всегда смотрит твое резюме. И если ты пишешь в своем резюме, что ты работал волонтером, или ты создавал акции и поставил своей целью там собрать 10 тысяч рублей, и ты их собрал, и все там 50 твои друзья поучаствовали и продонатили тебе деньги, я вам хочу сказать, как бывший руководитель, я очень там 20 лет была директором издательского дома, я могу сказать, что это очень хорошо влияет на принятие решения руководителя взять такого человека на работу. Поэтому и называется это социальная активность. Люди должны активничать для того, чтобы быть заметными, для того, чтобы, ну, скажем так, пополнять свой личный банк. И это здорово, что именно благотворительность и именно добровольчество дает возможность тому, чтобы люди это делали. Согласна. Расскажите, вот говоря об акциях, очень яркая у вас была акция, проект, как это правильно назвать, «Бьюти-болл». Да, это потрясно. Я вот сейчас, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех девчонок, кто участвовал в этом проекте, потому что, во-первых, футбол – это безумно сложная игра. Я так уважаю наших футболистов, да всех футболистов, всех мужчин и женщин, которые играют в футбол, это безумно сложно. Перебежать даже с одного части на другую. Согласна, неподготовленному человеку пару раз туда-сюда. Да, мы тренировались, представляете, 5 месяцев. Ого. Прежде чем начать, ну, играть. И девчонки все ходили на вот эти тренировки, а девчонки непростые. Девчонки все звезды, кто-то певица, вот Наташа Иванова была, Наталья Кирикова-Буйная. Ну, в общем, у нас были прям такой звездный состав участниц. И все, надо отдать должное, находили время для того, чтобы приходить на эти тренировки. Мы занимались профессиональными футболистами. Они нас как могли гоняли. И учили, как не травмироваться. Но, ну, на самой игре было всякое. И я очень такой интересный момент был в самой игре, когда проснулся такой боевой дух, и все хотели забить азарт, гол. Азарт, да, азарт. И я понимаю, насколько это крутая игра. И, ну, я думаю, что мы в следующем году продолжим. И тут самое главное, я забыла сказать, что каждая из этих звезд, из девчонок завели свою акцию на платформе 800 добрых дел и собирали деньги. Поэтому мы собрали около 1 000 000 рублей. И эти деньги пошли в разные благотворительные фонды, именно которые аккредитованы у нас на платформе. А как вы определяете, кому, какому фонду помогать вот в этот конкретный момент, какому-то в другой? А у нас была жеребьевка, все по-настоящему. То есть все девчонки вытаскивали из специального барабана свой фонд. Ну, потому что мы сразу договорились, что для нас все фонды равны. И вне зависимости от того, я понимаю, что некоторые там хотели детям помочь, но там вытаскивали, допустим, фонд сострадания, который помогает животным. Да. Но картина мира для всех девочек, которые участвовали в этом проекте, она очень сильно расширилась, потому что фонды занимаются очень разными направлениями. И благополучатели у этих фондов очень разные социальные группы населения, которым действительно нужна помощь. У нас есть фонд, допустим, на платформе «Земля Нижегородская». Они помогают городу, представляете? Не просто вот людям, там, как остальные фонды, они помогают городу сохранить... Благоустройство? Нет, культурное наследие. Ага. Чтобы город не забыл, чтобы люди, как раз живущие в нашем городе, не забыли, что вот в этом здании жил Блинов, а в этом здании Рукавишников. Ну, они много делают разных там фотовыставок. Поэтому это очень интересная тема. И я вот всем очень рекомендую просто зайти на сайт, на наш портал 800 добрых дел и найти для души
то, что откликнется, посмотреть, какие фонды чем занимаются, и помогать. Это очень... Выбрать для себя. Я могу сказать, что помогать... Вот у нас есть одна парадигма у людей, что добрые дела надо делать тихо. Mm-hmm. Это уже в прошлом. Добрые дела надо делать громко, чтобы другие тоже видели, что ты делаешь доброе дело, и подтягивались. Особенно если ты медийная личность или только начинаешь свой путь. Поэтому очень многие блогеры, которые есть в нашем городе, и Аня Ремнева, и Ольга Марк, они очень с нами плотно работают, и я могу сказать, что без блогеров мы бы тоже не справились, потому что они подхватили эту тему. Ну, согласна, должны быть. Да. Все должны знать, быть в курсе. Конечно, конечно. И поэтому мы делаем очень много проектов, о которых, может быть, ну, не больно много знают, но есть проекты, о которых мы готовы просто трубить. Со всех трибун трубить, потому что это действительно помогает людям. Согласна. Сейчас у нас декабрь, скоро Новый год, время волшебства. И у вас с завтрашнего дня запускается новая акция «Добромобиль». Да. Да, вот расскажите, это будет сбор подарков, игрушек, необходимых вещей, денег. Чего это будет сбор? Я, как человек, бывший предприниматель, всегда очень люблю готовые решения. Так вот, мы подготовили для Нижнего Новгорода очень классный проект, который называется «Добромобиль». Это когда любой руководитель фирмы, прочитав все, что нужно нашим фондам, а все это есть у нас на сайте Нижний 800, мы собрали все, что нужно фондам вот именно в декабре. Кому-то нужны памперсы для детей, кому-то нужны краски, это для фонда «Нонс», для проведения разного рода мастер-класса. Кому-то нужны пуфы там, для хулигана дома, фонд «Жизнь без границ». И поэтому любой предприниматель или человек, который является там, директором компании, может, прочитав необходимости фондов, просто подготовить то, что они просят, позвонить в «Добромобиль», вызвать этот автомобиль к себе, мы приедем, заберем и отвезем в фонд. Все очень просто и удобно. Класс. И... Благотворительное такси. Такое. Да, супер сказали. Точно, благотворительное такси, причем мы это все подсветим, все это будет в Инстаграме, в Фейсбуке, хэштег «Добромобиль», 800 добрых дел, и мы, соответственно, я понимаю, что людям перед Новым годом хочется как-то и про себя рассказать, и это нормально, то есть не надо стесняться того, что там компания делает добрые дела. Это наоборот очень круто. Это ведь такой очень крутой тимбилдинг. Поэтому я очень благодарна ГАЗу и то, что они поддержали этот проект, и то, что у нас флагман отечественного автомобилестроения, именно «Газель» будет у нас работать все эти дни. И здорово, что мы сможем действительно помочь очень многим людям через фонды. И я очень хочу сказать такое большое свое спасибо тем людям, которые уже откликнулись. Поэтому в ближайшее время очень много людей увидит в городе вот этот «Добромобиль», который разъезжает по улицам нашего города и творит маленькие чудеса. Заинтриговали. Интересно, как он выглядит. Вот компании, да, про которые вы говорите, это нужно, как-то было заранее, условно, подавать, в списки, в какие-то, да, на участие в этой акции? Или это вот сейчас, условно, после нашего эфира кто-то может услышать и успеть? Да, то есть все очень просто. Вы заходите на сайт Нижний 800, раздел 800 добрых дел, и там прям мы сделали такие очень классные карточки, в которых расписаны все фонды, которые у нас есть на платформе, и каждый фонд написал, что им нужно. Ну, допустим, вот у нас есть фонд поддержки деток, которые ограничены в движении по слэдж-хоккею. Это когда хоккей в санках, они не на коньках, а в специальных санях. И вот ребята попросили клюшки. Вот мы им завтра как раз везем клюшки. То есть фонд «Дети без мам», им всегда нужны пеленки, памперсы. Тоже это же не надо покупать целый вагон памперсов. Достаточно купить две упаковки памперсов, позвонить в «Добромобиль», и мы приедем, все заберем и отвезем в фонд. Это же так здорово. А вот это, что касается каких-то компаний, и так далее. А вот если будет ли возможность у обычных нижегородцев? Да. Помочь. Вот расскажите, где это будет вторая часть нашей акции. Это будет на Нижегородской ярмарке с 1 по 5 января.
наш добромобиль будет стоять там уже на приколе, как говорится, и принимать от частных лиц именно те необходимости, которые написали наши фонды. А люди как-то заранее могут узнать, или им нужно будет непосредственно вот в добромобиле узнавать на месте, что необходимо? А мы тоже это все вывесим на сайте Нижний 800, все в наших соцсетях. У меня там в Инстаграме все это можно посмотреть, поэтому мы постоянно сейчас будем об этом говорить, трубить. Ну, в принципе, информации будет хватать. Мы ее постоянно будем подбрасывать людям. Потому что, ну, или в любом случае можно принести памперсы. Да, памперсы и пеленки – это всегда нужно. И сладкие подарки, потому что у нас есть фонд «Территория добра», и они работают с домами престарелых, и там очень будут рады, если мы им подарим сладкие подарки. Это тоже очень здорово. Екатерина, наше время, к сожалению, подошло к концу. Последний, заключительный мой вопрос касательно будущего проекта. То есть проект «800 добрых дел» был организован в честь 800-летия да, Нижнего Новгорода. Ну, как бы юбилейный год подходит к концу, дальше-то будет вестись эта работа или... Юбилейный год стал катализатором очень многих очень положительных процессов в нашем городе. И наш проект «800 добрых дел» – это один из проектов, который родился в этот год. И это очень здорово, что он продолжается, потому что мы только в начале пути. Пока можно зафиксировать, что мы собрали около 6 миллионов именно на платформе, что эти донаты сделали более 2500 человек. Это говорит о том, что культура начала приживаться в нашем городе. Мероприятия проводятся. У нас очень большие планы на следующий год. И я обещаю, что мы будем все делать для того, чтобы достучаться до сердец всех людей, которые проживают у нас в области. Так или иначе, помочь могут друг другу все. Чем-либо. Да, не да. нужно иметь конечно, миллионы конечно, да, для этого. Да, да. Спасибо вам большое, что пришли. Желаю Спасибо, вам удачи. Спасибо, что пригласили. Да. Удачи в вашем деле, в таком очень добром, светлом и хорошем. Спасибо вам большое. И все приходите на Нижегородскую ярмарку с 1 по 5 января. Приносите все необходимое. Да, до свидания. А я хочу напомнить, что это была программа «Нижегородская среда». У нас в гостях была руководитель проекта «800 добрых дел» Екатерина Чудакова. До скорой встречи.